Глава региона на место прибыл ровно в полдень. Как и все участники голосования, он прошел необходимую процедуру профилактики распространения коронавируса. Члены избирательной комиссии измерили ему температуру тела, обработали руки антисептиком, предоставили новую ручку. О своем отношении к голосованию, а также предпринимаемым мерам безопасности, Валентин Коновалов рассказал журналистам на выходе с избирательного участка. Изменение Конституции – это то событие, которое в жизни страны происходит не так часто. Мы все понимаем, что это историческое событие, крайне важное для нашей страны. И, конечно, долг каждого гражданина выразить свою волю по поправкам. Как мне показалось, безопасность, в принципе, абсолютная. Конечно, какие-то риски есть всегда, но вы, когда в магазин идете, есть риски. Да, в данном ситуации, мне кажется, безопаснее сходить и проголосовать, чем сходить за продуктами в магазин. Потому что все четко, все отработано, дезинфекция полная. Где-то да, даже безопасность выше, чем нужно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, безопасно. И я думаю, что каждый может найти там полчаса времени, чтобы исполнить свой гражданский долг и проголосовать.